Что, ребята, что? Сегодня с вами Тед, и я покажу вам, как легко одерживать победы над Сероном. Покажу вам крутейший раш, который использует даже Серал. Даже Серал так играет, ребята. И посмотрите, что мы делаем. Мы делаем 12-й пул, то есть сразу мы ничего не делаем, затем строим пул на 12-м лимите. Потом мы заказываем 3 дрона и в 0.44 ставим 1 газ, 2 газ. Поставили 2 газа, все окей, заказываем еще 2 дрона сразу же моментально и оверлорд. 14-й оверлорд, который летит у нас через всю карту. Первый же сразу полетел, и он летит, в принципе, сюда. То есть он должен подсветить, что здесь происходит. Здесь обязательно, как только достроился пул, сразу же ставим роуч, варен и распределяем рабочих. Рабочие идут у нас на газы 3-2, либо 3-3, и еще одного достраиваем, 8-го на минералы. То есть 8 на минерале, 6 на газах в общей сумме у нас становится. И заказываем 2 собачки, то есть одну пару собак. Да, очень важно понимать, что не 2 раза мы собаку заказываем, а 1 раз, то есть нам нужна пара собак. И она бежит вперед, это пара собак, ее работа, этой парочки. Отвлекать рипера, выигрывать нам время. Вот это вот все. То есть самое главное оверлордом, опять же, понять, где этот рипер, и мы можем собаками его как-то обогнуть, начать мешать им, собственно, нашему сопернику уже где-то здесь. Если обогнуть рипера не получается, вы, в принципе, с ним одновременно вообще приходите, сразу же начинаете бить КСМок, и можно даже не бить, то есть нам ничего страшного, если он достроит вот это здание. Мы можем смело бежать наверх. Наша задача рипера как можно дольше на этой половине карты продержать. Здесь обязательно мы заказываем 3 таракана, ребята. Сразу же 3 таракана у нас идут. 3 таракана и оверлорд. Вот оверлорд, когда достраивается, у нас тараканы превращаются в равагеров. Это раш 3 равагеров. То есть раш 3 равагеров. Вот так вот он выглядит, вот так вот он играется. 12-й пул, 2 газа, и мы делаем быстрых равагеров. И ползем, в принципе. Что нам еще остается делать, да? То есть равагеры ползут, тусуются, идут такие 3 другана. Весьма бодро ползут. Оверлордами мы все видим, что сюда бежит рипер. И почему именно 3 равагера, да? Да, все очень просто, я думаю, вы сейчас все поймете, как это работает и почему мы делаем так. Посмотрите. 4 выстрела, нету рипера. И самое главное, оверлорд достроился, мы чуть ждем и заказываем опять 3 таракана. Да, то есть это наш производственный цикл. Оверлорд, 3 таракана, оверлорд, 3 таракана. Если быть точнее, оверлорд, 3 таракана, 3 равагера. Вот именно так. Приходим и посмотрите, КСМ-ка. Ух, ух, ух. Ударили, нету КСМ-ки. Вот, смотрите, сверло потерял. Потерял сверло КСМ. Почему? Потому что 3 равагера убивают КСМ-ку вот так вот. И идем подниматься, идем смотреть, что мы можем бить. Стараемся всегда стрелять по каким-то зданиям, чтобы по двум зданиям одновременно попасть. Желательно по самым слабым, по саплайкам и по прочему. Но не забываем подняться, потому что 3 равагера убивают и Марика за 3 выстрела, да. То есть это очень круто. Обязательно, как я говорю, по двум зданиям одновременно мы таким образом и саплайку, и реактор практически одновременно будем ложить. Убиваем Марика, потому что очень легко Марика убить 3 равагерами. Добиваем здесь пристройку на факте, это была ошибка Терана. И здесь у нас уже ползут 3 таракана, которых уже можно сделать 3 равагерами. Обязательно добиваем. И посмотрите, он уворачивается от выстрелов. Ну, это только пока. Я думаю, в ближайшем будущем ему будет тяжело уворачиваться от этих выстрелов. Обязательно добиваем саплаи. И, собственно, наша задача убить Терана. То есть здесь нету плана Б. Вот, мы убиваем Терана, не даем ему занимать бункера. Обязательно бункера всегда фокусим. Все, идут наши еще 3 равагера. И заказываем еще 3 таракана, естественно, да. То есть вот такой у нас производственный цикл. То есть все по очереди. Когда минки ставят, с минками мы расправляемся вот так. Вот так вот. Все, да, минка была, минки нету. И это на самом деле тяжело отбивать. Надо очень знать, что делать. Выходит Марик, по Марику ударяем. Нету Марика, выйдет еще один, ударяем. Его не будет сейчас. И бегут КСМки. Смотрите, что самое крутое. То, что способность равагера не стоит энергии, понимаете, она бесплатная.
У нее перезарядка 7 секунд, и она наносит 60 урона в радиусе, понимаете? 60 урона это на 15 больше, чем у любого рабочего. То есть, попав по рабочим вот этой штукой, вы их моментально убиваете. И просто, ну, это жестко, это очень эффективно. И смотрите, летят взрывы, и рабочие разрываются в дребезги разрываются, пишет нам он GG. Давайте посмотрим еще одну игру. Та же карта, но другой терран. Сможет ли он как-то по-другому отбиться? Начало мы проматываем, я уже вам рассказал, собственно, что мы делаем. Я думаю, уже запомнили этот сложнейший билд, ребята. Самый сложнейший билд, сложнейший микроконтроль. Но, тем не менее, я думаю, вам получится получить фан и удовольствие, играя в него. Это всегда очень-очень прикольно приходить так рано ровагерами и начинать стреляться. Очень прикольная стратегия. Три таракана Оверлорд, три ровагера, поехали, да? Еще сразу сзади до заказа еще три таракана. Знаете, еще три таракана до заказа. Бегут ровагеры. Встречают Марика, который пытается убить Оверлорда. Смотрите, Марика сразу нету. Идем подниматься, сразу же Марика второго не будет. Ну вы понимаете, да? Сразу же стреляем, мы не ждем, да? Мы сразу стреляем по соплаечке. И соплайка тоже ложится. Стреляем по второй соплайчке. И сейчас вторая соплайка ляжет. И просто посмотрите. То есть начало игры, а Терран уже, считайте, в соплай-блоке. Просто жесть. Просто как мы приходим и крушим. Такая вот стратегия за зерга. И, собственно, не знаю, очень круто. Просто отходите, нажимайте на КСМ-ку, она будет взрываться. И все будет всегда успешно. Не забывайте дозаказывать обязательно еще тараканов, превращать их... тоже в ровагеров желательно. И если вы попадаете по КСМ-кам, они просто... Ух, и нету КСМ-ок. Это самое волшебное в этом билде. Вот такие вот, ребята, билды. Вот такие вот стратегии. Ну, а что? А с вами был Тед. Напоминаю вам. С вами был Тед. Один из лучших прогеймеров СНГ, конечно же. Как всегда. Как всегда с вами. Как всегда с новыми стратегиями. Надеюсь, вам все это очень-очень-очень понравилось. И надеюсь, что вы поставите лайк и подписочку. Всем пока, до новых встреч. С вами был Тед.